дождь и ветер быстро пройдут. С сегодняшнего дня им хватит для того, чтобы закончить свое путешествие по Волгоградской области. И завтра уже, конечно, не теплый день, не шикарная погода, но днем до 15 градусов тепла, воздух все-таки прогреется, будет много-много солнца и вдобавок ко всему северо-западный такой крепкий заметный ветер. Вот. И такая погода еще на 10 мая, приблизительно такая же погода и такой же порядок температур, и также ветрено. Но вот уже 11-12 мая дело пойдет на поправку. Ветер стихнет в первую очередь, это нужно будет отметить. И второй момент, это то, что дневная температура прибавит 2-3 градуса и где-нибудь начнет подтягиваться к 18-19 градусам тепла. То есть так потихонечку приближаться к плюс 20. Заморозки, скорее всего, они будут. Но что поделаешь, пугаться не надо, надо приготовиться к ним. Я думаю, что минус 5 это все-таки перебор. Минус 3 и то по северу области, скорее всего. Все-таки при ясной погоде сильный ветер все-таки будет, не будет давать сильно понижаться температуре. Поэтому минус 1, минус 3 к этому нужно готовиться, и то в ближайшие две ночи. А потом и они заморозки уйдут. И, кстати, нам остается вот здесь, в Москве, только завидовать подобной погоде, потому что нас-то как раз завтра особенно сильно погода обделит теплом. С утра заморозки до минус 2, минус 4 по области, и дневная температура не выше 3-5 градусов тепла. Сравните и поймите, что у вас, несмотря на похолодание сегодняшнее, все-таки гораздо лучше, чем у нас в Москве.